Друзья, добрый день! Приветствую вас на своем канале Тропический сад. Снова мы поговорим о экзотике. Вот. Снова я вам покажу, расскажу что-нибудь интересное. Давайте вот сегодня поговорим опять-таки про формировку псидиумов. Вот я вам приведу еще один пример. Это псидиум гуанейси, больше известный как бразильская гуава. Плоды, ну, по крайней мере, те, которые у меня были, порядка 3-4 сантиметров в диаметре, желтые, по консистенции, как такой желтый банан, не переспевший, по вкусу, как банан с кислинкой клубники. Штука прикольная, досталось мне какое-то время второе дерево, вот, и было однозначно решено его себе оставить вторым для выращивания, потому что хороших плодов много не бывает. По крайней мере, пока не бывает, пока не случилась аллергия от них. Вот. Вот я вам хочу показать одно из деревьев пока. Вот тоже. Цветение. Цветение. Завязались плоды. Дальше тут был побег. Побег я удалил. Вот, пошли из других почек новые боковые побеги и сразу с бутонами. То есть нет смысла ждать. Нужно растение формировать, будет выдавать побеги сразу с бутонами. Вот в том году другое дерево, сейчас я перейду к нему попозже. 4 волны цветения было за сезон. Так что я думаю, что экземпляр интересный для выращивания в закрытых помещениях. Вот второе. Растение. Тут еще тут высота у него 2,5 метра. 2,7, 2. 2,80, по-моему, тут должно быть. Вот тоже плоды. Завязи бутонов много. Вот. Ну, вот это вот чуть позже, вот побег, например, вызреет. Чуть-чуть побег. Я его обрежу, скорее всего, вот так. Либо оставлю два листа. Это максимально два листа. Больше там не нужно. Также и со всеми остальными. То есть, если вот это вот уже можно смело брать и резать эту ветку. Вот так вот. Вот так вот оставлять два листа, остальное обрезать, потому что лишнее не нужно. Все, друзья, спасибо, всем счастливо. Вот покажу еще цветочки, бутоны. Сейчас тут фокус поймаю. Растение интересное. Вот тут тоже можно веточку обрезать. Вот так вот, вот покороче. Вот прям вот эти две почечки оставить. Все остальное убрать. Не нужно оно. Это будет просто ветка, на которой потом пойдут боковые побеги, но можно ее укоротить и сделать более компактным растением. Все. Всем счастливо. До новых встреч. Спасибо.